Много было помарок в его прокатах и по ходу этапов гран-при, и даже здесь, на чемпионате мира в произвольной, упал Патрик, остался без акселя. Но все-таки, если говорить о конкретном первенстве, пожалуй, что первенство Чана заслуженное. Патрик любит классические мелодии и показательный катает под Сергея Рахманинова. Конечно, все понимаю, что Патрик гениален, что он хочет тем самым показать публике